Трудовой силачи из Горловки установил мировой рекорд. Достижение зафиксировали в книге Гиннеса. Произошло это в шотландском городе Нерн. Денис Ильиченко жонглировал 3 автомобильными шинами. Каждая покрышка весила 9 килограммов. Чтобы рекорд был засчитан, исполнять трюк нужно было не меньше 30 секунд. Сделать это 28-летнему горловскому силачу удалось с третьей попытки.